Дорогие друзья, всем привет! Ну что ж, пришло время открыть вторую порцию сундуков на аккаунте Денчика. Кто не смотрел первую часть, быстрее смотрите, где-то будет подсказка или ссылка в описании, обязательно чекайте. Денчик фармил сундуки с бета-версии. Это охренеть, он нафармил 1000 обычных боксов, плюс 1000 плюс обычных боксов и 150 больших. И это... Я хочу подчеркнуть, без доната. Я не сильно был доволен прошлым открытием, потому что мы выбили, ну, достаточно мало бойцов, которые заслуживают, реально заслуживают того, чтобы Денчик получил какого-то сверх-сверх-супер редкого бойца. Ну, я про легендарку говорю. Вот, нам выпал, получается, Джин, Эпик какой-то. Я, честно, уже и не вспомню, потому что мне оно не запомнилось. Вам запомнилось, что выпало Денчику? Я думаю, нет. Так же самое и мне. Но я ему купил Сэнди за свой счет, потому что если бы я ее не купил, он бы вообще ни одну легу не получил. Но сегодня вторая часть. Я открываю 150 бигов. Это охренеть, просто жесть. Я не знаю, хорошо, что это можно впечатлить на видос и потом пересматривать. Потому что столько фармить, столько потратить времени. И буквально вот так вот за минут 10-20 открыть. И потом бац, и все, и по новой снова фармишь. И кстати, нам не хватало всего лишь 2 бигбокса до 150. И пока он их нафармил, эти 2 бигбокса, он нафармил еще параллельно 100 маленьких. Я не знаю, использовал он мои гемы, которые... я ему нафармил или нет, но, точнее, это же его гемы, это не мои гемы. Но, тем не менее, 100 маленьких боксов. Но прежде чем мы перейдем к открытию, друзья, я хочу порекомендовать вам совместный мой проект с моим товарищем. Это не реклама, это лишь рекомендация, реклама будет дальше. Это магазин электронной техники и аксессуаров на любой вкус и цвет. Айпады, аймаки, айфоны, все что угодно, чехлы по разным ценам. Если вы еще напишите, что от меня, от Холдика, то вы получите хорошую скидку. Ребята, это совместный проект, он как основатель этого проекта. Я просто хочу его продвинуть, кому интересно, обращайтесь. Обращайтесь, гарантию, безопасность, доставку, я все гарантирую вам. Лично от меня рекомендация, тут все контактные данные, почты, кому надо, обязательно обращайтесь. Ссылочку оставлю в описании, ребят, поддержите, пожалуйста, если вам не трудно. В общем, вся продукция на высшем уровне. Ну что ж, начинаем, а вот сейчас рекламная пауза и открываем сундучки. Видосе не буду, даже если мы ничего не выбьем, хотя я очень рассчитываю на дроп. Шанс вот такой вот, ребят, пожалуйста, вот пока я не начал открывать, вы прямо сейчас поставите лайк и подпишитесь. Вот пообещайте мне, что вы это все абсолютно до единого выполнили. И вот после этого произойдет реально чудо, и нам дропнется обязательно легендарка. Я вам это гарантирую просто с вероятностью 99,9%. Поэтому каждый из вас прожмите лайк и подпишитесь. Даже если вы меня в будущем смотреть не будете, ради одного ролика кто-то случайно сюда попал, просто сделай это. Подписку и лайк, все, больше ничего мне не надо. Надеюсь, вы все готовы. Начнем с маленьких боксов. Опять же, повторюсь, донатить я не буду, потому что у меня сейчас на карте денег нет. Конец месяца, бомжуем. И погнали открывать боксы. Я, конечно, хочу, чтобы Лего... Да ну нет! Ну как не заорать в этот момент? Смотрите, просто в цвет футболки. Одел счастливую футболку, но... Я вам говорил, что с вероятностью 99,999% выпадет Лего, если вы все подпишетесь. Вот вы это сделали. Вуаля. Кто это еще не успел сделать прямо сейчас, подписывайтесь, ставьте лайк и получайте легендарки. Просто вот так вдогонку вам полетят они. Я открыл всего лишь один бокс. Всего лишь один бокс. Охренеть. Ребята, знаете, у меня сейчас возникла мысль... 150 бигбоксов открыть в следующем ролике, потому что, блин, может, ну, мне реально, еще и пассивка, охренеть, просто, ух, просто, знаете, ну, подготовиться к ролику, вывести деньги на карту, и если вдруг со 150 боксов не выпадет, донатить во время ролика, пока не выбьем ему вторую легу. Как вы смотрите на это? Причем это можно сделать буквально уже сразу, вот через час после публикации этого видоса. Реально, блин, давайте так, если ролик собирает за час... Не, ну вы не соберете 50 тысяч. Но если соберем 50 тысяч лайков, сразу же публикую видос, вывожу деньги. У меня просто на электронных кошельках есть. Я вывожу на карту, обналичиваю все. Точнее, не обналичиваю, ну, в общем, не важно. И после этого открываю 100 бигбоксов и помогу ему еще донатом. Потому что, ну, я думаю, что 150 бигбоксов недостаточно будет, чтобы выбить легу. Но так, чтобы с первого же... Не, стоп, со второго, да? Со второго сундука... Ну, это прям сильно. Это реально сильно. Ха. Ну, на самом деле, он заслужил.
Я хоть и удивился, заорал, но он заслужил, потому что... вспомните, сколько мы открыли. Вспомните, 1000. Ребят, 1100 практически боксов мы открыли, да? Я не помню, там или 1050 было. Вот, и нам не дропнулось лего. При этом у нас шанс не особо покорежился. Поэтому еще есть шанс, что мы выбьем вторую лего охренеть. Давайте так. Кто, вот, по-любому есть кто-то, может, не зарегистрирован на ютубе, или все-таки до сих пор не подписался. Может, какой-то взрослый дядька или тетка, я не знаю, кто смотрит. Без обид, тетя. Или взрослый дядя. Смотрит, ну, я типа думаю, да не на этого шпану подписываться, который играет в мобильные игры, не буду. Не, давай ты подпишешься, и мы выбьем ему вторую лего. Да, будет шок-контент, будет вирус, будет просто разрыв шаблона. И порвем тренды. Игровые тренды. Вот, ну, давай сделаем это вместе. Продвинем видос. Ну, блин, давайте. Мы же сможем это сделать. Вот. Ну, нам осталось 70 боксов. Слушайте, охрененно, реально. Я 150 бигбоксов открою в следующем ролике. Я реально сейчас выведу. Не знаю, сколько мне вывести. Давайте так, вы напишите, сколько. Вот, 150 бигбоксов и плюс, допустим, сколько доната. Только, пожалуйста, пожалейте меня. Ну, я не рассчитываю там 500-600 долларов. Нет, на такую сумму, к сожалению, нет. Ну, блин, давайте вот из линейки доступных гемов. Может, вы, типа, ограничитесь. Да задонать ему 170 гемов, этого вот так хватит. Или... Ну, задонать ему 30 гемов хоть что-то, ну, донат же. Или, ну, ладно, донат уже 100 баксов, и этого будет достаточно. 150 бигов и 2000 гемов, это по горло просто будет. Но не знаю. Это очень круто, ребят, на самом деле, блин, реально, просто сейчас вторая лего не факт, что дропнется. То есть, после выбитой первой леги, я потерял абсолютно все надежды. На бигбоксы. А бигбоксы копились, ребята, не один год. Поэтому хочется, чтобы именно с этих бигбоксов дропнулось. Точнее, не с этих бигбоксов, а именно в ролике про отдельные бигбоксы дропнулось лего. Чтобы никаких сундуков, кроме бигбоксов, не было. И за гемы мы тоже будем открывать бигбоксы. То есть их будет не 150, а больше. О, вот так. Давайте, вы подписывайтесь, ставьте лайки. И следующий видос будет 150 бигбоксов. Давайте дооткрываем эти... Боже, кто бы мог подумать, что со 100... Да какие со 100? С двух сундуков дропнется лего. Кто бы мог подумать? Я просто охренел. Фух. Все, я заряжен. Вот, у меня реально было настроение такое... изменчивая, потому что последние выпуски с открытием у меня, ну, такие бомбические, потому что открываю, и, блин, долго ничего не падает, у меня нервоз начинается, я такие открытия не люблю, признаюсь честно, меня бомбит, меня сейчас люди пишут, смотри, я нафармил 200-300 боксов, открою, у меня нету двух лег, и я отказываю, и они возмущены, ты, капец, ты зажрался, типа... 200 боксов для тебя мало, или даже 300. Так реально мало, охренеть, посмотрите, я сейчас открываю 1000 боксов, и при этом, ну, до этого открывал 1000 боксов, и при этом не выпало лего. И, нет, это плохое сравнение, нам падали бравлеры, окей. Я открывал вот недавно 600 маленьких и 50 бигбоксов. Что вы думаете, выпало? Ничего не выпало. Может, пассивки, я не помню. Но новых бравлеров не выпало, а не хватало там 2 или 3 лег. И ролик там 15 или 20 минут просто впустую. Я такие ролики не люблю. Поэтому, друзья, 600 боксов не хватило, чтобы выбить лего. 200-300 это действительно мало. Если у вас, допустим, 200-300 боксов и при этом, ну, не выбито там 15-10 бравлеров, тогда еще, да, интересно будет открывать. Но когда у вас нету легендарок, сорян, друзья, это моветон неинтересно. Копите боксы, либо открывайте сами. Но, если вдруг у вас есть рекордное количество боксов, или у вас действительно есть какая-то интересная идея для ролика, в описании вы еще найдете ссылку на моего модератора, Deadline. Можете подписаться на него и пишите ему по поводу идей. Да, он принимает сообщения, заказы, не знаю. И если какая-то крутая идея, то он отписывается мне, и я обязательно ваш видос, ваш аккаунт беру на видос. Я не помню, Денчик через него связался или через другого модератора, но неважно. Фух, ребята, я выдохнул. 100 бигбоксов на одном дыхании. И что ж, последний... Блин,
Я не могу просто, я в шоке. Собирались открыть 100 бигбоксов, и резко у меня планы поменялись. Ну что ж, друзья, 150 бигбоксов остаются. Я хочу их открыть сегодня. Давайте, вы поддерживайте срочно лайкосом, накидывайте лайков. Я сейчас бегу, вывожу деньги. Не знаю, сколько напишите в комментариях выводить. Ну давайте немного, немного. Ну блин, пожалейте меня. Ну неважно. Вывожу денежку. Если со 150 бигбоксов не падает, я еще докину. Не знаю, сколько. Я еще сейчас подумаю. Смотря сколько вы лайков сейчас. Если вы дохренище лайков, будет вообще весело. Будет пушка, будет динамит. Подписывайтесь. Это, ребята, реально атом. Просто 150 бигов в следующем ролике. Как только вы поставите полтинник тысяч лайков. Ставьте быстрее. А я пошел записывать сразу открытие. Я узнаю, что выпадет, а вы нет. Но вы узнаете тоже, когда наберется 50 лайков. Хренеть, Леончик. Осталось 2 леги. Фух. С чем хотел сказать... С богом удачи. Все, поехали. Господи, что я несу в конце? Пока.